Меня зовут Руслан, я профессиональный универсальный медицинский массажист, владеющий много видов по массажу, и искал в интернете для повышения квалификации по своей работе, чтобы стать лучшим. Вот. И из многочисленных преподавателей, которых смотрел ВКонтакте, в Ютубе и так далее, я нашел очень хорошего и грамотного препода Олега Лафа Годвина, который научил по мануальной терапии. Я приезжал из Подольска в Москву. Он научил меня, как с помощью колена вправлять грудной отдел, а также с помощью ремня вправлять поясничный отдел. И также научился руки, ноги, спину вправлять. Я очень много мечтал научиться новой профессии, мануальной терапии. И он очень много замечательных нюансов объяснил, поставил руки и дал профессию. Спасибо ему большое и удачи в жизни. И приходите к преподавателю Олега Алафа Гудвину учиться, и вы не пожалеете.